Привет, с вами я, Катрис-62, и сегодня я играю в «Стройте, чтобы выжить». Я хочу вам показать свой дом. Сначала я его покажу вам снаружи, как раз пока этих убийц нету. Так, рекламка выскочила здесь. У меня, правда, маленечко пока что подвисывает, но снаружи он выглядит вот так. А сейчас я покажу вам, как он будет выглядеть внутри. Так, здесь такой столик, что можно было покушать. Диванчик, телек, холодильник. Здесь можно что-нибудь приготовить. Цветочки, конечно же, стиральная машина. Вот это задний вход. Здесь кровати. Второй этаж. Он вот такого под цвета. Я здесь поставила для красоты вот так вот. Здесь такой прекрасный бассейн. Он достаточно глубокий. Еще вот здесь вот тоже вода. Вот это вот тоже вода здесь. Ноутбук, чтобы можно было посидеть, поиграть, так сказать. Здесь вот можно посидеть и посмотреть в окно. Так как из этой пещеры приходят вот монстры, то можно посмотреть как раз, как они приходят. И кто приходит. Здесь туалет. Ванная комната, точнее. Здесь стиральная машина тоже, цветочек, такой шкафчик, ну, конечно же, унитаз и раковина, что и должно быть в ванной комнате. Правда, самой ванны нету. Потом поднимаемся на третий этаж. Здесь лестница и люк. Так, здесь все состоит из стекла. Здесь нужно подняться по лесенке. И можно прыгать. Это такой глубокий очень бассейн. 3 блока в глубину. И это очень прикольно. Правда, отсюда надо еще и выпрыгнуть. Правда, подвисывает. Но здесь можно вот так подняться. Здесь вот паркур. Так, запрыгнула вот сюда. Он очень сложный, поэтому его невозможно пройти с первого раза, по мне так. Еще подвисывает просто. А так, вот он паркур. Вот такой. Паркур пока еще не достроен до конца. И я еще не до конца решила, что будет еще стоять, находиться на третьем этаже. Ну и на втором еще можно что-нибудь поставить. Ну а также здесь, вот если нажать на такую кнопочку, на вот эту вот кнопочку с тележечкой, то здесь будет, ну, можно будет купить оружие. Или вот такие вот всякие вот предметики. Вот самолет, к примеру, очень прикольный. И крюк тоже. Я возьму крюк. Гравитационную катушку. И скорость катушки.
также можно взять самолет. На нем можно летать. А из оружия я возьму так вот такую вот пусковую установку. Но у меня осталось 100, поэтому возьму пистолет. Пока что вот эти баути пришли. Можем на них посмотреть. Посмотрите, как они здесь будут прыгать. Если что, то базу я строила. Конечно, много раз умирала. Но я все-таки выжила. Но я все-таки ее построила. И сейчас вот выживаю. Я вообще не умираю. Можно, к примеру, взять пиццу. Вот так. Можно взять пиццу. А потом ее взять вот так в руки. Стоп, мне показалось? Короче, пицца, она почему-то орёт, что она пицца. А теперь я вам показываю. Вот эта вот пружиночка такая голубенькая, она дает вам возможность высоко прыгать. Вот эта красненькая, быстро бегать. Крюк позволяет сделать вот, к примеру, бросить вот так крюк. Короче, у меня что-то с крюком не то. Но это можно сделать так. Если, короче, конечно, достанет. Меня подвисывает. Так, можно взять скорость катушки и пока что поубегать. О, я не знала, что здесь валяются денежки. Такие. Пока что я убегаю. А вот у кого-то вот какой дом. Так, я вам еще не допоказывала. Вот крюк. У меня почему-то он сейчас как-то странно работает. Может быть, тогда сделать тогда так. Сейчас возьмем крюк. Ну, короче, крюк он... Ты делаешь так, если, конечно, попадаешь. Вот, к примеру, вот так. Я, конечно, не понимаю, что с моим крюком. Но так как уже скоро появится монстр, я возьму самолет и сейчас покажу вам, как можно летать на самолете. Смотрите, пришли какие-то коты. А я улетаю. Они не умеют прыгать.
фигуры высшего пилотажа. Фигуры высшего пилотажа. Так. Ну вот так работает крюк. Он притягивает. Правда, еще надо приноровиться к его использованию. Правда, не всегда работает. Ну и все. На этом я, пожалуй, буду заканчивать свое видео. Только зайду на базу. Так. На этом я буду заканчивать свое видео. Спицы в руках. Ну и все. Всем пока, до скорых встреч. С вами была я, Катрис 62. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.